счет. Синий Бросков. Победу у вас уже на команде Абубас. Молочки, молочки, молочки. Тарочка. Ну что, опять с тебя началось? Мишка. Пал, стреляет раз в год, да? Вся суета Стараса. Стараса начинается обычно. Что там, делись секретами. У нас есть секреты. Нет, взял шайба, отлетел. Что-то шуга-пуга, бам-бум-бам. Ковыряли туда, видишь, нужно было такие грязненькие голы в конце. Что тут говорить, все видно было, молочек. Все серьезный вы. Как там с буллитом? Сошла шайба. Не полетела, куда хотел. То же самое дело, только зашла бы, если бы исполнил. Ну, my bad, как говорится. Welcome back, Линди. What's a fun game? Молодчики, ребят, молодчики. Опять, Зер, как ты говорил, два периода вату катали. Ну, давай твоими словами сказать, два периода вату катали. Хороший третий период, пацаны. Ну, есть характер, есть, можно переворачивать. И еще раз, ребят, перевернули свое состояние. Опять же говорю, никаких там моментов, вот просто такая банальная, где-то заползла там тара ее там где-то коньком, шнурком, но мы туда полезли. Вот из-за этих вещей маленьких и выигрывается игра. Спасибо вам большое. Ну, мужики, молочки, да, все сказано, да, достали яйца, как говорится. Ну, думаю, сегодня один человек нас тащил, сегодня два периода, три овертайм. Белял, ты где? Красавец. Красавцы, мужики, да, в третьем периоде вообще вам ни разу не бросили, поэтому защитники, спасибо вам большое. Отмахали. Давайте идем дальше. Белин, ну главное было до буллита дотянуть, да? А там ты шансов не оставляешь. Ну, видишь, спасибо, чуть не проиграли. Четвертая серия в сезоне, четвертая победа по буллиту. В жизни так бывает, что победы приходят, но сегодня было очень сильно слышно болельщиков, поэтому спасибо им огромное за поддержку, которые все-таки нас, так сказать, собрали к третьему периоду, повели нас вперед. А после первой забитой они там вообще уже сошли с ума, поэтому спасибо им большое. Всех с победой!